Так, 30 апреля 2020 года Теогуля проводит дезобработку детского лагеря Куншуак. Обрабатываем все поверхности. Снаружи, также внутри помещения. Сегодня это было типа... А когда это было? Вчера, 30 апреля. Также внутри помещения. Якобы. Ну, гнев где внутри? Это они не старые. Типа днем. Это старые, там, типа днем. Там перила зеленые, а тут здесь синие. Нет, нет, там имеется в виду вон то место, наверное. Ну, там парты не видно. Ну, внутри нет, это 30-го днем, а мы же вечером. Даже если это было сделано. А что ж они тогда говорят, что у них не было времени убраться? Они сказали, да, не было времени. Не было времени, то, что те уехали, эти приехали. Извините, надо было... Мы бы ждали. Там же и так же видно полы, что уже давно не мыли. Подоконники не вытирались. Там пыли, блин, вон сзади, вон вот сюда, вот на кухню, там пыли вообще капец. Ну, во-первых, это было сделано не вчера, это уже говорит о том, что автор лжет. А во-вторых, где внутренние помещения? Мы 35 человек не будем здесь вообще. Что это, Макс? Говорят, дезинфицировали вот эту местность. Зеленых перил больше нету, только вот здесь. А вот этот у нас под как раз таки же закрыт, да, был вчера? Вчера он у нас был закрыт. Вот, это сейчас у нас 1 мая. Время, я вам могу сказать. Сколько время? Подскажи. 18.08. 18.08. Ну, вроде как по видео, которое хотят отправить, то, что здесь производилась дезинфекция. Пот вообще закрыт. Там он также все еще... До сих пор стоят сухпайки или что это. Если присмотреться, вон он, валяется мусор. Это вот единственное место, где мы нашли зеленые перила. О! Так, ну то есть вот я только что отснял. Я еще раз подойду. Вы убедились, что видео прервал. Вот тут также мусор валяется. Это общежитие у нас закрыто на ключ. Все не открывается. Через окно мы наблюдаем, опять же, еду неизвестного происхождения и полную мусорку. Все валяется. Полы, обратите внимание, никто не мыл. Теперь мы будем искать еще с зелеными перилами. Вот такую же. Все аж удивились тут. Начали искать точно такую же под. Вот здесь у нас с красными перилами. То есть это у нас уже не подходит. Вот здесь у нас синие перила. Синие, желтые. Здесь у нас тоже синие перила. Там у нас нету никаких перил. Вот мне кажется, вот в этом здании снимали, но оно у нас закрыто на калитку. Как бы мы туда не ходим.
Нет, тут вообще красные перила. Ну, при нас никто дезинфекцию не проводил.